Всем привет зрителям, подписчикам канала. Вы на канале Телемастер 222. Вот выходные поступления. 8 мешков электроники, плат от моего знакомого заготовителя. Вот я привозил где-то недели две назад 5 мешков. Вот 2 недели прошло, звонят, сказали 8. Примерно 8 мешков. Вот. Вот они у меня все стоят. И сейчас буду их высыпать и посмотрим. В общем, выловлю, рассортирую и покажу, что в них находится. Сейчас так приблизительно покажу сверху. Платы. Здесь вижу от старого телевизора. Здесь тоже различно поломанные. Даже советские платы есть. Здесь еще вот, полмешка там был, еще приемник занимал. Я его вытащил. Здесь тоже платы на отбушке от потеринки. Сверху. Это я их выловлю, все рассортирую и покажу. Так вот все, монитор, еще приемник ИШИМ 003 с цифровой шкалой. Это применялся в радиоуглах. И там где-то в мешке еще от такого же. Этот трансформатор уже ушел на медь. Ну, придется его там разобрать. И еще, по-моему, когда там из одного, два мешка, там по полмешка было, я переваживал там, по-моему, еще от одного комплекта такого же приемника в этих мешках. Сейчас рассортирую и покажу, что. В общем, высыпал и рассортировал 8 мешков. Тут, значит, что-то всякая бытуха, телевизионка тут. И как бы-то ЛТ, и он РЖК, платы телевизора. Есть. Также материнки компьютерные. Ну и поломанные всякие есть. Но на этот раз Core i2, i5 процессорами не попало. Так вот, все старье. Ну, вот. Поломано. Даже Pentium 3 есть тут. Это от ноутбуков. Даже тоже что-то от ноутбука. Памяти на месте стоят. Тут, по-моему, даже не одна таких, которые памяти на месте стоят. Вот все, жесткий диск там есть. Нужно его снять и проверить, памяти тоже снять. Вот, кто-то тут и целое есть. Из этого еще одна. Очень ноутбучных, как много. Это похоже что-то. Не знаю, свежая, не свежая. Там еще вон одна. Вот здесь, сразу скажу, такое все старые материнки. В общем, Pentium 3 тут еще есть. Там Pentium 2, 478, 775 сокет. Некоторые с процессорами 775. Здесь всякие, тоже бытовые всякие платы. Телевизоров. Еще одна, по-моему, какая-то от ноутбука. Роутеры. Это кассовый аппарат. Уже неоднократно попадает. Плата от сигнализации. Такое, что часто. На этот раз тут много роутеров всяких.
берешь эти обломки материнок. Вот, ну, в общем, что-то можно повыбирать. Транзистор, где полейки, повыпаивать. Кстати, плат мощная. Ну, основное тут, можно сказать, металлолом. Можно кое-что повыбирать. Также тут есть советские платы. Немного тут этих ДВБ Т2 приставок залетело. Можно что-то сесть повыпаивать на запчасти. Может, даже которые запускаются такие. Я вот отдельно их тут отсыпал. Приставки эти. Так, это у нас от телевизоров. Это вообще какая-то промышленная. Интересно, такая плата. Тоже. Ну, тоже видно из драгметаллистов. Это когда-то был УФ Т-32 телефонный аппарат. Вот еще тут не общипанная досталась. И вот все, плата, интересно, более усилевшая. Такая тут КТшки на 603, много этих желтых транзисторов. И желтые, белые всякие тут есть, перемешку. Скорее всего, это плата ТС-квант, думаю, что-то знакомое. Один раз я таких где-то в 2010 году. Килограмм 300 подобных плат находил на Славуке сам лично, на одной сельской. Такие вот находил, где-то даже видео было по индонындам, но такая тяжелая, с металлом. Ну, тут советские в основном платы, там языки, кремки даже есть. На рыжие. Походу, какой-то посеребряные катушки. Контура. Какой-то был радиостанции передать мощные транзисторы. Их уже вырвали. Это уже кто знает. Самодельный компьютер, либо ZX Spectrum. Либо еще что-то. Тоже кремки присутствуют. Вот так вот в 90-х годах люди сами собирали игровые компьютеры. Я тоже такое собирал. ZX Spectrum был у меня. Прошел это дело. Радио 86RK тоже был у меня. Вот такая плата. Нетронутая. Но это уже видно. И металлистов. Вот телефончик еще тут. Нет, там телефонов куча в этих мешках. Все нашлось. Калькуляторы тут разбитые. Бок управления от телевизора. Какого-то 4 УСТ. Такая плата с транзисторами, интересно. Вот это все. Тоже с калькулятора. Также вот этот я уже вам показывал. Ишим полностью в сборе. И вот еще в разобранном виде. Так, перейдем. Куча телефонов. В общем, не дают снимать. Вот подвезли. Мы слышали, собака лаяла. Аппарат подвезли на починку. Ну и будем дальше продолжать снимать. В общем, некомфортно снимать при такой температуре.
Руки мерзнут, естественно. Тут телефоны. Один Samsung. Еще один Samsung. Нет, непонятно. Это еще какой-то длинный телефон. Техно. Huawei. Блин, Samsung. Кнопочный. Раскладушка. Alcatel. Galaxy. Чё? То ли Samsung? Не пойму. Nokia. Фотоаппарат Lumix. Не, у нас же карта памяти есть. Надо будет посмотреть, что там содержится в ней. Насколько она? На 4 гига. Вот терман положил. Вот такой микрофон. Это не знаю, что. Такие блоки, взлет RCL. Вольта. Расходомер, счетчик, ультразвуковой взлет. Вот. Их два. Вот что внутри. Один разобранный. Второй в боли. Тяжелый. Такой вот DVD-ук. Автоприемник Урал Авто 2. Ранняя модель, хромированный, но убитый. Тут я уже кидал что-то выпаять. Тут у нас перебойников. Есть хороший транзистор. Тоже отложил. Тут у нас плата от газового котла. Вот такие релюхи, даже их в магазине не купить. Иногда приходится их перепаивать. Это, наверное, либо телевизор, либо монитор. Плата целая. Здесь тоже этот отложил, чтобы вот эти транзики отпаять. Здесь вот пара хороших конденсаторов. Вот этих длинных. Вот такая плата. От игровой приставки здесь VCE модулятор, можно его так отломить. Так, и показал ноутбук. Вот такой помятый, побитый. Core i5. Ну, а
надо, только на запчасти его разобрать. Кто-то материнку вытащить, что там внутри есть. Не скрывал, видим, поломанный. Вот такое выбрасывает на сколку. Вот какой же год, посмотреть на нем, каком году он. Открыть, разобрать его. Сейчас тут вот он весь корпус полепленный. Так, это я уже показывал. Вот 108 мешков здесь лежит. Так, вот здесь вот еще. Телевизор, видать, старого были платы. Ну, и тут, видать, что-то медяха маленько залетело. Видать, забыли выложить, наверное, ее. Может, сложили вместе с платами. Оставили. Так что можно где-то что-то, какие-то детальки повыбирать вот таких более-менее плат. Что-то, где-то стабилизаторы какие-то, что-то транзисторы можно повыпаивать. Ну и остальное, как говорится, можно потом тоже дать все перебрать. В общем, пишите комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Телемастер 222. На этом все. Всем пока. И что, занес монитор LG. Попробуем его включить. Он с холода. Ага, что-то светится. Матрица целая. Он был с проводами. Провода просто убрал. Ладно. Монитор на свалку выкинули. Исправном состоянии. Это 19 дюймов. Ну, на этом все. Всем пока. До новых видео.